Но нет. В игре нет никаких соло-ачивок. Так это для меня, лично. Личная моя соло-ачивка. Все. Так, главные ворота. Погнали. А что за Майдан прилетает? Другие грабители, какая-то ревизия ночная. Четыре дополнительных охранника. Ты их, собственно, видел только что, Аркейн. Просто прилетают четыре дополнительных охранника. Если ты хочешь... Ты знаешь, если ты не хочешь спереть доспехи, то в этом ничего плохого нет. Тебе надо будет просто чуть получше ныкаться. Но за 7 минут можно успеть очистить и первый, и второй этаж. Даже в соло. Я это делал. До того, как прилетает вертолет, я могу очистить первый, и второй этаж. Полностью. Вообще на пофиге. Но если ты хочешь спереть доспехи, а я здесь, я сюда реально за доспехами пришел сейчас, то прилетевшие четыре лишних охранника делают это невозможным. К сожалению, к большому. Новая заповедь, не спали. От этого очень сильно выделяют сообщение. Ты знаешь, привыкаешь со временем. Я думал, что это внезапные конкуренты. Да, брось. Какие в пайде у тебя могут быть конкуренты, Аркейнпан? Ты чё? Liberated. Такс. Один ходячий, второй ходячий. Камеры нет, это хорошо. Ага, здесь камера, окей. Ту-ду-ду-ду-ду. Так, дай-ка я сразу разложу, пожалуй. Я один даже возьму. Я не знаю камеры, которая может его сейчас спалить. Я знаю только вот этого цивила, который может спалить, и которого может потом спалить камера, да. О, няшка. Это многое меняет. Вот та камера реально очень многое меняет сейчас. Жопа, а. Та камера только что вот этого, блин, охранника спасла. Три ка... Нет, сколько? Три? Четыре камеры висит сейчас там снаружи. Это вот крайне странно, мне кажется. Да-да-да, иди, иди, иди. Молодец. Так, минус один ходячий. Окей. Ж. Так. Уси, уси, уси. Не? Ну ладно. Так, а куда делся еще один ходячий? Он же там был, недалеко совсем. Ага, угу. Здрасте. О, мы с Тамарой ходим парой. Два урода мы с Тамарой. Да ладно, как ты успел заметить? Раз, два, три, четыре, пять. Успел. Такс. Минус три ходячих. Это хорошо. Не факт, что есть еще один, но это хорошо. Такс. Одна карточка есть. Привет, цивилам. Одна карточка, собственно, есть. Так, цивилам тоже привет. Я не знаю, есть ли четвертый ходячий раз, и я не знаю, есть ли у него карточка 2. В этом проблема. Шаг, вот успеть, когда между ментами 10 метров и один уже мигает, а ты еще на первый не ответил, вот это значит успеть. Так, да. Это нормально, я тебе больше скажу. На это рассчитано, собственно.
Так, вопрос, где еще один охра? А может и стоячий, а? Блин, я не вижу, сервер у него есть или нет. Так, я дам ему время до прилета, вопросов нет. Если он стоячий, это просто идеально. Если он не стоячий, это, к сожалению, фейл. Ну, в смысле, почти фейл. Если у него, мне кажется, карточки, будет очень сложно. Я не скажу, что фейл сразу, но будет очень сложно. А если у него там еще и сервер? Блин, я не вижу, у него там сервер или нет. Скажи мне, что ты стоячий. Давай ты не будешь двигаться. Давай вот ты вот буквально еще полторы минуты, и ты не будешь двигаться. Тогда я убежусь в том, что ты стоячий. Тан-тан-тан-тан-таран-таран-таран. Та-та-та-та-та-та-та-та-тан-тан-тан-таран-тан-таран. Спину чекай, зачем? Я убил уже всех трех ходячих, которые могут быть здесь. Стоячий. Ок. Теперь вопрос. Если это стоячий, сейф я уже открою, проблем нет. Если прилетает артефакт, то мы, собственно, в шоколадке. Зашибись. Такс. Все условия того, чтобы сейчас пройти миссию успешно так, как я хочу, выполнены. Да. Осталось только не налажать. Да. Да, вот сервак. Окей. Бдыньк произошел. К нам прилетел артефакт. И теперь чем? Так, это был последний четвертый. Карточка у меня есть. Сейчас мы должны пойти и открыть, собственно, сервачок. Так, камеры уже не работают, да? Исходящих остались только цивилы, которые вообще могут мне помешать. Это факт. Так, на всякий случай, где у меня карточка лежит? Так, тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть. Фух. Привет, броняшка. Броня-ня-ня-няшка. Броня-ня-ня-няшка. И снова вот эта классная музыка. Блин, я так обожаю, честно. Громкость музыки. Сюда вот. Я даже помолчу немного, я просто послушаю ее. Блин, классная музыка вообще. Невероятно радует меня. Просто радует нас. Просто высший класс. И так далее, яс. Так, ну, собственно, если у меня сейчас не пойдет вот ачивка, да, после того, как я успешно совершу это ограбление, если у меня не пойдет ачивка, это значит только одно. Мешки для трупов считаются лутом. Это единственное объяснение, которое я могу позволить, ну, которое я могу придумать из того, что мне не пойдет ачивка. Мне нельзя больше убивать охранников. Это раз. По идее, наворованное внутри у меня должно составлять плюс-минус. Ну, то есть, вот эти 4 брони, это являются 4 сумками. 4 сумками. То есть, по сути, мне надо спереть 8 сумок и просто спокойно уйти домой. Все. Но, естественно, я сюда за деньгами пришел. Поэтому я сначала сопру 4 брони.
Потом я, собственно, донесу еще 8 сумок. То есть, как только 8 сумок будет, я их сразу доношу. После этого я иду и доношу весь экстра лут, который я могу себе позволить. Все потому, что это ради денег, да? В идеале я хочу выполнить это задание вообще на 100%. То есть, я хочу спереть 24 сумки. Получится или не получится, хрен его знает вообще. Но я действительно очень хочу попробовать спереть 24 сумки. Сомневаюсь, что броню делали на размер грабителя, и она не будет греметь. Да брось, господи. Шаг, тебе не повезет, если на складе все пусто и три артефакта. В смысле? Ну, во-первых, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазь. Во-вторых, почему? Мне наоборот повезет, если три артефакта. Это ж куча бабла. Пускай у меня будет, я не знаю, 8 артефактов, и при этом не будет денег, например. Деньги меньше всего здесь приносят, по-моему. Деньги и сервер меньше всего приносят. Больше всего приносит артефакт, потом оружие, золото, картина, потом кокс и деньги, собственно. По-моему, так где-то. База, у нас какой-то конченый завалился в сейф, надел на себя всю броню самурая, упал, не может встать, вызывайте полицию. Ну вот сейчас вы согласны, что я выполнил условия лута, правильно? Вот. Я выполнил все условия того контракта. Я не трогал ни одного мешка с лутом. Ну, за исключением брони. Разве что? Не брони, а трупов. Бронь-то я, естественно, трогал. И теперь все, что мне остается, это не имея вокруг ходячих охранников, не имея вокруг камер, спереть все, что я могу увидеть, пощупать, почувствовать нахрен, в конце концов. И при этом не зафейлиться вот на этих цивилах ходячих, которых осталось еще, по идее, 2. И у меня 2 мешка как раз. Такие пироги. То есть, по сути, да, я, по сути, могу здесь вообще в открытую ходить. Я знаю, что здесь не будет ходячих охранников. Максимум, что будет, цивил. И цивил самый опасный, это вот здесь вот, который встретиться может. Потому что тогда его увидит снаружи, и тогда я все зафейлил. Здесь нет нифига. Жалко. Подожди, здесь тоже ни хрена нет. Да, здесь тоже ни хрена нет. Окей. Пусто. Сейф, привет. Мне радует, что все оставшееся ограбление подходит под идеальную музыку прям. Номер, я тебя мутом по щам нахлопаю, если ты мне накаркал. Вот серьезно. Мне третий контейнер пустой попадается подряд. О, и артефакт. Слушай, ребят, у меня модеры в чате есть, нахлопайте номеру по щам мутом, а? Чтоб не каркал на будущее. Фу, таким быть вообще. Перк, который позволит отвечать не на 4, а на 6 пейджер, такой не сделает. Это вносит лютый дисбаланс в игру. И у тебя стелс становится слишком простым. Еще один артефакт. Да, номеру реально надо вломить по щам. Бэйн слишком много знает о истории артефактах. В том же музее это видно. Но, мужик. И этого цивила пока трогать не буду, мало ли его верх не сможешь заметить. То есть, если вон тот вот чувак каким-то раком заметит вот этого мертвого цивила, я сложаю. Я не хочу ложать. Сколько у меня, блин, сумок-то? Всего 4, по-моему. Или 5, или 6. Я не помню. Кокс. Окей. Пям. Пуру-пуру-пум-пум. Пурум. Пуру-пум-пум. Пурум. Пум-пум-пурум-пум-пурум-пум-пурум-пум-пум. Так, здесь у нас еще один артефакт. Чё ты там написал? Ну-ка. Чё ты там писал номер? Так, Шака, представь, что будет навык. Так, это не то. Прикол в том, что 3 артефакта, а коробок 7 привернили. Шаг, не повезет, если на складу все пусто и 3 артефакта. Да, у меня практически все пусто было и 3 артефакта.
Ух, номер! Ну, будешь каркать, я такого по щам вловлю, честное слово. Ладно, шучу. Нормально все. Такс. Все окей, все хорошо, все хорошо. Хорошо, что будет много денежек за счет артефактов, полезненько. Бабло иметь вообще полезно, я слышал. Без бабла как-то жизнь не очень такая красочная. А с баблом так вообще мужиком себя чувствуешь. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту. И у меня снова, блин, страница аварийно закрылась. Я не знаю, что такое у меня с оперой. Возможно, действительно... Ну, блин, опера это самое удобное, что... Ну, чем я пользуюсь. Для меня опера самый удобный браузер, блин. И я так не хочу переходить на какой-нибудь другой типа хромы. Опера лагает, как последняя мразь. Так, что вы там мне написали-то, ё-моё? Ну ты же говорил, что артефакты хорошо. Да, знаю, я знаю, знаю. И вместо картины артефакт. Так, там, по-моему, еще деньги были сверху. Вот они. Это еще денежки сверху. Так, там есть деньги, там есть контейнер. Это две штуки я сейчас буду, собственно, дрелить. Так. Тут у меня еще штурмовые винтовки. Привет. Так. Есть ли у меня что-нибудь еще вот здесь? Нет, да? Да, здесь нифига нет. Ну согласитесь, музыка реально классная. Вот эта бафнутая когда-то доспехи спер, она реально классная. Так. Так, а есть ли у него там сумка с деньгами? Нет, вообще идеально. Здесь тоже нифига нет. Так, ну чё, первый-второй этаж я чистил полностью, да? Я думаю, со мной согласятся все. Что вроде как здесь не осталось ни одной вещи, которую я не забрал бы, за исключением вот этого. Поэтому сейчас вот так вот ставим дрелью раз. Ставим дрелью 2. Сейчас гараж после темного рейда. Не, я закончу номер на этом, на сегодня. Ножом дрель починить, почему бы нет? Берешь боевой нож, штыкаешь дрель, бот, починилась. Не кувалда, конечно, но плюс-минус русский метод. Оу, да ладно. А вообще на перке писалось, что один раз работает нож. Ну ладно. Блин, меня это радует. Нет, да? Ну ладно. Так. А я хотел раз с тобой... Да номер, ты постоянно хочешь раз со мной поиграть. Пойми ты, наконец, я достаточно интровертен, чтобы играть с людьми достаточно долго или часто. Понимаешь? Понимаешь. Тем более с незнакомыми. А ты мне незнакомый человек. Ты часто у меня на стримах, да? Ты практически всегда у меня на стримах присутствуешь. Ты пишешь в чат, да. Мы с тобой можем там дефать где-то. Ты ко мне можешь присоединяться. Но тем не менее. Я ж тебя в реальности не знаю. Я с тобой не общался просто так. С незнакомыми людьми просто так играть? Да не особо сильно хочется всегда. Тем более, что поверь мне, если я захочу поиграть, и, допустим, я вечером пойду в Rush, как ты это называешь, да? Просто в громкое дело. То ты всегда можешь ко мне присоединиться. Я, собственно, если я иду по громкому, я создаю открытое лобби. Так, ну чё, всё. Отсюда я всё спёр. Вообще всё. Осталась только улица. Вот, поэтому, если ты захочешь, ты вполне можешь заходить. Просто на стримах от этого, ну, не надо постоянно это требовать на стримах. Это утомляет. Если я говорю, что да, вот сейчас мы пойдем по громкому, поэтому ты можешь присоединяться. Изи. Если я не говорю, что да, мы сейчас пойдем по громкому, и ты можешь присоединяться, значит, мы не пойдем по громкому. И ты, собственно, не можешь присоединяться. Как-то так. Давай пообщаемся. А я не хочу. Я же тебе говорю, я достаточно интровертен, чтобы новые знакомства заводить себе. Ужас. Стример-интроверт. Мрак. Просто нонсенс. Да? Да. Но тем не менее. Ту-ру-ду-ду. Хей!
Сортировка такая. На то, что легко тащить, на то, что тяжело тащить, и артефакт. Так, окей, начнем с артефакта, пожалуй. У меня такой фейспалм от номера, так это нормально. Общительный, ну, вот номер, например, скорее экстравера, да? Просто общительный человек. Просто очень сильно общительный человек. Ну, такое тоже бывает. У меня фейспалма от этого нет, просто такое случается. Тем более, что обычно так ведут себя еще люди, которые не достигли, ну, допустим, лет так 25 хотя бы. А то и 20 вообще. Номер, скажи мне, я прав или я не прав? Я прав или я Коста прав? Шаг, как ты тогда будешь знакомиться с девушкой? Ну, во-первых, с чего ты взял, что я буду? Это раз. Во-вторых, знакомство с девушками, поверь, это настолько непринужденное занятие. Если тебе понравилось... Ну, во-первых, я понимаю, что я сам далеко не красавец, поэтому шансы того, что девушка, возможно, ответит мне взаимностью, плюс-минус равны, ну, процентов, наверное, один. Вот. А вообще... Это все происходит крайне непринужденно. Я, например, примерно так же непринужденно познакомился с Катюхой, которая потом лучше, ну, вот, моей подругой стала, да? Ты просто идешь вот в универ. Я в универе, естественно, я интровертом был всегда, поэтому в универе ни с кем не общался. Вот. И ты идешь и видишь девчонку, которая просто стоит с огромным, ну, с огромной, как это сказать, ну, в общагу приехал, да? Огромная сумка у нее. Вот. А я хоть и интроверт, но я достаточно вежливый, как бы. Я не против помогать людям, вот. Мне 15, но я понял. Вот. И, собственно... Я просто спросил ее, тебе помочь донести сумку? А она ждала какого-то другого паренька, что ли, тоже, ну, типа... То есть, я не знал, что она со мной в группе оказывается. Понимаете? Вот. И она ждала из своей группы, то есть она знала, что она в группе с парнем, которого она ждала, чтобы он ей помог перенести сумку. Я просто вежливо подошел, говорю, тебе помочь перенести? Она говорит, да, куда? Туда. Пошли с ней вместе, просто поболтали чуть-чуть. А потом оказалось, что мы с ней вместе в одной группе идем в один кабинет. Мало того, мы еще и стали сидеть рядом. Начали общаться, поняли, что достаточно прилично много интересного вместе имеем. Ну, просто интересы смежные, музыку слушаем практически одинаковую. Вот, и так далее и тому подобное. Вот, собственно, так начали общаться. С девчонками из моей группы тоже такое же было. Не до девушек, конечно, но тем не менее. Я скорее в моем нежелании заводить девушку, просто человек приятен как собеседник, но мне бы она, например, не нравилась как девушка. И меня всегда это раздражало, когда, например, мне такое заявляли, что, мол, у тебя нет выбора. Ты сам вообще далеко не красавец, поэтому если девушка делает тебе поползновение стать девушкой, типа соглашайся. А я всегда с этим не согласен был. Ну не красавец, и чё, я лучше холостым останусь, нежели буду заводить отношения с нелюбимым мне человеком. Хороший именно человек, хороший в плане общения, но как девушка он тебе не нравится, например. А тебе говорят, хватай то, что есть, иначе типа, ну, ты лох, ты вообще не очень. Вот я с этим согласен не был. Поэтому, поверь, если бы мне захотелось, чтобы у меня была девушка, я бы сделал попытки сделать какого-либо человека своей девушкой, скажем так. Ну или девушку своей девушкой, это глупо звучит немного, но тем не менее. Вот, поэтому в этом-то проблем нет. А проблемы интровертов в как тебе сказать, в ответе экстравертам. Вот, допустим, номер, когда ты хочешь со мной, вот, действительно хочешь играть, иди в Payday, давай в Payday, давай раш в Payday, поболтай со мной, давай в Payday. Вот это отталкивает, причем очень сильно. Особенно интроверта. Чем больше ты так говоришь, тем меньше мне с тобой хочется общаться. Вспомни про Субнаутику, сколько ты про нее говорил. Каждый раз, когда ты говорил про Субнаутику, это фактически отодвигал ее на один день дальше. Пришак, почему опять Shadow Raid? Потому что он мне нравится. Вот и все. Вот. Потому... Ты учитывай просто. Тебе лет не так уж и много, но, блин, в общении с людьми поможет. По крайней мере, не навязываться. Это чуть ли не основное правило. Мало людей любят, когда к ним навязываются. У меня в группе из 12 людей 10 девушек, и будто девушки в группах что-то странное. Не-не-не-не-не, Джеб, я одни или ты другим?
Или ты мне, либо ты другим. Если ты мне, то в этом сторону ничего нет. У меня у самого группы стояло из 18 человек, из которых 4 парня было, включая меня, все остальные девушки. И ничего, нормально. Знаешь, вот такая ситуация в ИРЛ. ИРЛ. Что такое ИРЛ? Иранская радикальная лажа. Нет. Шаг желтый. Нет. Я на всякий случай осмотрел себя и в игре, и просто себя. Не, вроде я не желтый. Шаг спародировал меня. Ну, бывает. Я спародировал не тебя, номер, я спародировал экстравертов. О боже, теперь я знаю, кто отодвинул Сольку. Нет, Сольку на самом деле никто не отодвигал. Соль, я, понимаешь, Антон, есть еще такой тип игр, который ты прошел. То есть, я бы рад сейчас в Сольку играть, но я помню все, что там было. Вот если бы я забыл и заново в Сольку начал играть, я бы с удовольствием так вот забыл и прошел бы Dark Souls. Я бы забыл и прошел первый и второй Half-Life. Я бы много игр хотел забыть и пройти их заново. Но, к сожалению, это не работает. И с Солькой то же самое, понимаешь? Пока у меня все это вот... Я реально, я могу зайти в игру и помнить, что там есть. Что там было, куда мне надо идти. Вот пока там это есть, мне не хочется в нее возвращаться. Вот по памяти вот это все проходить. Dark Souls я прохожу сейчас по-другому. Dark Souls я прохожу ради фана с ребятами. Потому что Азаза вчетвером валить босса, пинать его ногами, это было действительно прикольно. Босса, которого надо валить особым мечом, ну, то есть я, естественно, про Йорма, валить просто так, пиная его обычными мечами, это, блин, было реально прикольно. Ты грабишь чертов склад на один, да, ты спер... Я извиняюсь, ты спер доспехи, наркоту, деньги, и тут на размышления о девушках у полноватого грабителя. Ну тащи сумки, философ, блин. Да я тащу, тащу, чё ты сразу, я ж не отвлекаюсь. Не ругай меня, начальник Анама. Все делаю, все четко делаю. Ей, стример-интроверт, стример-интроверт. Не, серьезно, тут среди стримеров интровертов, насколько я понял, достаточно много. Я даже, ну то есть, как это сказать? В основном я натыкаюсь на интровертов со стримах. Экстравертов, стримы экстравертов очень, блин, ну, короче, они сразу заметны, скажем так. А вот такие вот тихие, это называется ламповые стримы обычно, понимаете? Которые любят поболтать, вот так вот просто, но при этом не любят, когда к ним лезут, например. Лезут фраг, например, он интроверт. У него есть жена, дети, у него есть работа, да. Или нет, детей у него, по-моему, нет. Или есть. Не, по-моему, у фрага нет детей. У него просто есть жена. Вот. У него есть работа, все дела. Но он интроверт. Он даже перестал с вебкой стримить, потому что он, ну, открыто сказал: ребят, я себя не очень хорошо ощущаю. Это не значит, что вебки не будет никогда, но просто я не хочу стримить больше с вебкой. Все такие, конечно, фраг, проблем нет, понимаем. Вот. Чирна, например, тоже из тех же. Обожает общаться с чатиком, обожает чатик. Вот я тоже обожаю свой чатик, да. Чатик это одно. А вот среди обычных людей он говорит просто, он на HDDQ ездил и просто выкладывал фотку, как к нему набили человек 18, и он говорит: ну как мне их заставить свалить отсюда нахрен? А там просто ребята просто вот сидят с ним и общаются, потому что это Тирно, это классный мужик. С ним интересно пообщаться, но он не может один на один, да. Один на двое, ну может быть. Один на трое — это уже перебор. Один на 18 — это повеситься нахер можно. Так, все, вроде все спер оттуда. Я думаю, что и смотрят стримы на 85% интроверты. Да. А знаешь почему? Потому что экстраверты в основном не играют в игры, ну, мало их играет в игры, скажем так. Гораздо меньше, чем интровертов. И они в основном все в реале, естественно. Черпают энергию в клубах, тусовках и так далее. Вот. А стримы, ну, да, смотреть игры, смотреть, как человек играет. Либо это экстравер, который увлекается компьютерными играми, либо это ХЗ. У Жака есть дети, а дети это мы. Что-то у меня многовато детей тогда. Оп, так. Ты имеешь в виду, Джеб, тогда экстравертов, а не интровертов. Не путай.
Стримы экстравертов ужасно, хотя не так. Стримы чертовых клоунов, которые исполняют желания за донаты, надевают костюмы, чтобы привлечь внимание не разговором. Ну, допустим, Will of Games, да, он одевает костюм, но иногда он интересен в разговоре. Не всегда. Но иногда интересен, да? Который привлекает внимание донатами, это да, я то есть знаю человека, одного стримера, у которого дофига народу смотрит просто потому, что он за донаты, за 5 бачей, по-моему, он иностранец, естественно, он за 5 бачей разрешает, ну то есть там встраивание YouTube-видео какое-то идет. И пофигу, там музяк именно, да? Пофигу, что там может быть какой-то тупой дебильный рэп, или какая-то длинная тупая музыка. Ну, типа, деньги человек дал, ну, пускай. Три 3966, да, совсем скоро уже 4К будет, действительно. Так, отлично, я перенес 3 артефакта. Уху, победа. Самое сложное я перенес. Осталось только вот то, что полегче. Мряк. Детей много не бывает. Форсен, что ли? Нет, не Форсен. Я не буду его называть, зачем? Ни к чему это. Я же не говорю, что это плохо. Человек так зарабатывает на жизнь, почему бы и нет? Ну просто вот это вот лично, допустим, не для меня. Я на Twitch не за деньгами пришел, и получать деньги, если что-то будет на моем канале, то, что не нравится мне, нет. Это канал мой, скорее тому, кому что-то не нравится в моем канале, тот пускай идет на другие каналы, будем вежливы. Вот. А так, вот я свой канал холю, блин, лелею, блин. Я хочу, блин, чтобы у меня все нормально было. Чтобы у меня было так, как я хочу, скажем так. Не так, как хочет кто-нибудь еще, а так, как хочу этого я. Но опять же, я, допустим, это не значит, что я не могу слушать советы. Или не буду слушать советы. Или нельзя на кого-то равняться, если ты все хочешь сделать исключительно сам. Я могу равняться на Чир, например, в плане проведения стримов. Я могу следовать советам, точнее, просто не следовать, а слушать советы. Допустим, Флата, Лерки, Туза, Джесс, неважно. Людей, с которыми я достаточно хорошо и давно общаюсь, и которые близки мне в моральном плане, скажем так, у меня других модеров, собственно, нет. Джефф, я этого не говорил. Я этого не говорил. Но лучше не надо, конечно. Аркей, не, я один раз зашел на стрим Карины. Я просто услышал за, по-моему, 1 минуту просмотра стрима больше мата, чем я слышал даже от Сереги с ТТЖ за весь, мать его, стрим. И я сразу закрыл. Это просто привлекало его женским лицом огромного количества малышей, которые за донат могут тебе даже хамить, а ты с этого можешь бомбить. А всем весело, ты бомбишь с этого, мол, я тебя подколол. Она просто достаточно умная девушка, которая зарабатывает на этом деньги. Прикидывается глупой специально, прикидывается такой бомбящий. На самом деле достаточно умная баба, которая зарабатывает деньги таким образом. Почему нет? Тоже способ заработка. Да, я с ним не согласен, но это ее путь, чё. Я с чиновниками не согласен, которые прут налево и направо бюджет. И чё? Я могу свои несогласия запихнуть себе глубоко в жопу, потому что всем на этом пофигу. Поэтому окей, пускай зарабатывает, я же не против. Есть люди, которые исключительно, допустим, матерятся на стримах Доты, которые лажают и при этом обвиняют всех вокруг. И тоже, собственно, имеют достаточно дофига зрителей. Ну, потому что, ну, нравится что-то в них. Может быть, в них изюминка какая-то есть, которую пожрать охота. Так, окей, ребятки. Мы стащили с вами 18 сумок. Это очень даже найс. Здесь осталось 6 сумок, по сути всего. Один из них артефакт, который тут. В итоге снаружи меня ждут 5 сумок. 5 сумок только с деньгами, по сути. Хотя нет. Мани. Громко, пипец. Спасибо за донат, Антон. Шаг. Не хочет делать... Что я требую? Я требую ничего. Я не вижу ничего. Время идти. Не требую ничего. Спасибо за донат, Антон. Я требую ничего. Ладно, я буду ничего не делать. Как скажешь. Ну, с другой стороны, стримить для хотя бы 10 человек лично мне уже стрёмно было бы. Согласен, Аркейн Пак. Поверь мне, вообще не сразу приходит. Мне было стрёмно.
Когда я начинал стримы, сначала это было, знаешь, субнаутика на поболтать, но когда люди начали прибавляться, начали появляться, ну вот, типа, Номер, Хейги, Свегман. Это же все новые люди, которых я не знал, грубо говоря. Стрёмно. Не могу спорить, действительно стрёмно. А со временем как-то втягиваешься, привыкаешь к этому, начинаешь чувствовать себя более свободно. Вот и все. Вот, вот, вот этот вот кокс я имел в виду. Вот эта вот жопа любит скрываться просто так. Я знал, что он здесь есть. Я знал, что он здесь есть. Так, ладно, у меня есть кокс, что мне делать? Блин, с одним коксом бежать наружу? Лень. С коксом бежать на второй этаж и ждать, пока я упаду? Риск большой. Здесь очень большой риск вот этого мента стригерить, понимаете? Здесь лестницы нет, я не хочу падать. То есть мне сейчас надо понизу пробежать, а дальше... Как-нибудь выходить на улицу. Как мне лучше всего выходить на улицу? А, слушай, подожди, а я же мента здесь не проверил даже. Слушай, блин, подожди, а я же ментов вообще не проверял, где мент стоит. Может, он стоит там, и там ничего страшного нет. Ё-моё, я лох. Я так за, что я забыл мента проверить вот тут. Главное не упасть, да, вот, мать его, сейчас главное не упасть. Фух, мента здесь нет, да, мент стоит вот тут. Каждый раз, когда так свешиваюсь, блин, безумно стрёмно, что я упаду и сложаю. Если я упаду, я начну умирать, и, соответственно, это фейл. Фейл на идеально пройденной миссии, скажем так. Это всегда обидно. Это Хапаск 2. В смысле, ты мне... XXX, Лоли, ты про что вообще? Скажи мне. Фу, шаг продался за донат. Изи. Я думаю, Карина на 99%... Постановка с продюсером и сценаристом. Хрен его знает, а может быть. Шаг на бочке, пропустил посылку. Знаю, 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 я видел няшку. Я сейчас здесь не за няшками, но я видел, спасибо. Правду видел. Ах, так. Проблема в том, что при любом раскладе я могу очень хорошо сложать. Очень хорошо сложать. Так. Давай я достану тот артефакт сначала. Окей. Я еще достану, отнесу, собственно, артефактик. Даже в самом случае самого неудачного расклада мне надо убежать. Иначе я с этой ачивкой буду еще париться очень долго. Я про человека, который за донат ставит музыку. А, не-не-не-не-не, Джеб сказал правильно. Я просто этого не произносил. Ну, я же не сказал, что это он один такой, да? Я просто его именно видел. Я его именно смотрел какое-то время. Вот, я же не говорю, что он один. Естественно, за донат музыку ставят многие, потому что, блин, это деньги. Вот, но я говорю, что вот я смотрел одного, тот ставит... Я с этим не согласен, но да, как способ заработать, почему бы, мало нет. Кш, брысь, фу. Бяка, уйди. Ну, би-би-би-би-би. Би-би-би, я тебе сейчас с пистолетами тра-та-та. Отлично. Оу. Вам что тут всем медом намазано? Артефактом вам намазано, что ли, здесь? Пипец из них сходит. Я даже артефакт забрать не могу. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Шак, а если кто-то из твоих зрителей будет стримить и быть популярен, но там до 3 зрителей, то... Чего? То он тебя будет что-то рекламировать? То он будет... То он тебя будет что-то рекламировать или что-то типа того? Я не понял. Я номер твоей фразы не помнил. Не понял. Что будет, если один из моих зрителей будет популярным стримером? Я буду рад за него. Я как бы не против. Я и Лерке говорил, собственно, я голосовал за то, чтобы она стримила. Но я хочу, чтобы Лерка стримила рисование, потому что я люблю как смотреть, как Лерка рисует. Это прикольно. Вот. Я абсолютно не против. Стриминг это же на самом деле достаточно прилично комьюнити еще друзей. Хм. Я знаю, что у Чирна, например, у них, ну, так как они спидранеры все, у него есть 4, по-моему, моддера. Это другие стримеры. Они вообще друг на друга сабятся постоянно. Я вообще не знал, что Чирна знаком с Кобальдом, например. А оказывается, они друг у друга сабы и моддеры. Внезапно.
Просто потому что люди хорошие, люди друг другу, ну, приятные, скажем так. Эх, давай, фух. Мне больше нравится политика одного стримера по Айзику. У него не 5 баксов за музыку, а целая система, что за одну секунду нужно платить 16 копеек. Ни хрена себе. Забавно, Джем. Я когда-то в Моровинде в первом городе продал все, что не приколочен, был непривычен, включая ведра и вилки. Это ты, видимо, ну очень хотел денег, я не знаю. Даже я таким в Моровинде не занимался. А я еще тот еврей. Фишка в чем? Через каналку я не могу пройти на ту часть, которая мне нужна. То есть я привык начинать. То есть, если я буду пользоваться вот тем зиплайном, да, то начинать мне надо оттуда. Однако я не могу пройти туда через каналку, потому что здесь стоит решетка внезапная. Пам-пам-пам. Вот она. То есть, туда можно пройти двумя способами: либо снаружи здесь, либо снаружи там. Снаружи там стоит охранник. Снаружи здесь можно пройти двумя способами. Одним опасным. Опасный способ — это высокий шанс сложать. То есть я могу забраться вон на ту крышу, а дальше упасть на контейнер. К сожалению, я думал, что это самый легкий способ до того момента, как я промазал мимо контейнера. И после того, как я промазал мимо контейнера, я упал и умер. Вот. После этого случая я понял, что шанс сложать весьма высокий. Поэтому я пользуюсь вот таким случаем. Сложаю — сам лох. Виноват. Не сложаю — хорошо, денег добуду себе, собственно. Да будет добудай называется. О, денежки. Так, деньги желательно скидывать куда-то вот туда. Это подальше от охранника. И это, собственно, не находит на эскейп. Если это найдет на эскейп, ну, то есть, если деньги упадут на эскейп, то я их банально забрать не смогу. Логично, правда? Потому что я попаду на эскейп и, собственно, засчитает эскейп. Такие пироги. Здрасте. Блин, лишь бы не как в прошлый раз меня охранники зажали. Вот если меня охранники зажмут, как в прошлый раз, это будет вообще полный финиш. Не хочу, чтобы зажиматоры 9000 опять объявились эти. Вау, 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 вау. Привет, негр, ты такой незаметный. Слишком темный негр в темноте. А, он ушел, жопа. Так, ладно, я проверю здесь на всякий случай. Оп, сумку с деньгами. И вот теперь я сейчас пойду, да, я пойду сейчас к зиплайну, потому что это самое легкое. Я поэтому его и покупаю, чтобы можно было вот из этого района плюс-минус на зиплайн перевозить. И вы все знаете, что я иногда сверху кидаю вот отсюда, да, и на зиплайн потом уношу. А он, собственно, тот охранник, про который... Ну, он за дверью, конечно, но он там. Я про него как раз и говорил. Так, читай описание мода, представляю вашему вниманию мод Ask Bot to Carry the Bag, который добавляет ботам способность переносить сумки. Работает только если вы являетесь хостом. Ок, но ты же знаешь, как я к моддингу отношусь? Меня вон под пытками заставляли на Айзека моды поставить, хотя это всего лишь моды на Айзека. Поэтому, скорее всего, нет. Я не буду ставить такие моды. Мне не лень носить сумки, мне радует то, что я переношу себе деньги. Мне нравится ощущать, что я несу деньги. Много денег. Много денег своими руками несу себе же. Это же прикольно. А решетку разве нельзя термитом? Можно, но у тебя термита всего два. И оба термита я использовал, чтобы пройти изначально. Ну, то есть, если ты посмотришь хейс с самого начала, у меня хейс начинается всегда одинаково. Я беру два термита и прорубаю решетку до этого... До входа внутрь склада. То есть, у меня термит идет для входа на склад. Ни больше, ни меньше. Я так прохожу Shadow Raid. Это мой способ прохождения Shadow Raid, грубо говоря. У некоторых есть другой способ, некоторые только поверху проходят, а термит для сейва используют и так далее. Но вот мой способ лично такой. 22 сумки, одна еще лежит, еще одна сумка всего осталась. Всего одна сумка до максимума. Программа максимум, показать все, что скрыто. И у меня есть два контейнера, которые я, по-моему, не исследовал. Это вот этот и вот этот. Блин, я начинаю волноваться, это плохо. Надо просто быть спокойным и спокойно завершить это дело. А потом уже можно волноваться. Мандраж после дела. Во время дела только спокойная холодная голова и горящие руки. Ну или горящая жопа, в зависимости от дела.
А, не, я здесь проверил. Так, стопэ. Че, в этом, что ли, контейнере последний остался? А, последняя сумка. А, последняя сумка. Так, спокойно, никакого мандража. Сначала выйти. Сначала выйти. Я это еще хочу, естественно, по стелсу сделать идеально. Не упасть на выход. Спокойно, спокойно, спокойно. Есть одна. И есть вторая. 24 сумки. 17 432 500 PDE. Я прошел полностью Shadow Raid на Вандауне. Класс. Найс. И мне пришло, собственно, вот то, что я выполнил ачивку для сейфхауса. Фух. 14 лямов на офшор, 3,5 себе в карман. Вот, собственно, задание сейфхаус Бушидо. Вот это задание Бушидо, как раз которое... Бушидо, Бушидо, неважно. Которое я как раз сделал. Сейчас в сейфхаус напоследок зайдем, посмотрим на, этот, на эти доспехи. Фух, найс. Я такой довольный. Наконец-то все сложилось ровно так, как, блин, хотел уже давно. 24 сумки, максимальный, собственно, хейст, Shadow Raid, пройден нафиг полностью. Оу! Кстати говоря, одна из самых лучших масок для раскраски еще сделалась. Not bad. Такс.